Кстати, среди актеров была и совсем юная балерина. Это фрагмент балета «Последняя тарантелла». Танцует Анна Плесецкая. Никакого совпадения. Анна тоже из Плесецких, в смысле легендарной балетной династии. Было бы глупо считать, что в фильм она попала случайно. Нет, нет, это здесь, это вот где Аня как раз вот импровизировала, танцевала вот этот танец. Это мостики. Дети! Завтрак. Мам, я похож на пожарного. Если в съемках фильма задействованы дети, сроки сдачи материала автоматически продлеваются. Ведь снимать неопытных актеров сложно. Если не будешь укладываться, ты просто вовремя не снимешь, там вся группа лишалась премии. Юных артистов на роли английских детей Майкла и Джейн Леонид Квинихидзе искал очень долго. Приглядывался больше тем, у кого уже был опыт работы в кино. Ему были нужны очень непосредственные дети. А я сегодня такая добрая-добрая. Здесь еще важно было быть музыкальными. Особенно это касалось как раз Джейн, потому что она должна была не только быть, так сказать, актрисой юной, но она еще должна была хорошо двигаться. Интересно, случилось бы все это, если бы вас с нами не было? Интересно, кто я такая? После мучительных поисков Квинихидзе хватило всего одного взгляда, чтобы понять, это те самые Майкл и Джейн. Так, волею судьбы, будущая балерина Анна Плесецкая, прежде чем выйти на большую сцену, вышла на большой экран. Мне совершенно было не до кинематографа, когда я танцевала, потому что мне предложений было очень много. Балет – это была определенная профессия, ремесло, которое было постоянным. А Филипп Рукавишников, прежде чем заняться монументальными объектами, показал себя в пластике малых форм. Во мне, как и в любом художнике, это развито. Однако, как скульптор, Рукавишников, безусловно, известен только избранному кругу. Широкая публика навсегда запомнила его смешным мальчишкой по имени Майкл Бэнкс. Это, кстати, никогда ему не льстило. Долгое время он пытался донести до журналистов, что сказки кончились. Он давно вырос из этого возраста. Теперь серьезный человек. Но навязчивый образ продолжает преследовать. Филипп нашел единственный выход – не давать интервью. В финале фильма «Мэри Поппинс. До свидания» все катаются на карусели. Карусели детства. По понятным причинам Анна и Филипп стояли в стороне. Тогда их детство было в самом разгаре. Наверное, сегодня они бы нашли, что себе сказать. Вот только вместе с вымышленными персонажами их детство осталось в том сказочном прошлом. Ну что там новенького? Адмирал Бум чистит свой перископ и ругается. Когда я озвучивала фильм, там есть такой кадр, когда Джейн Бэнкс берет бинокль, смотрит в окно и говорит... Наверное, говорит, лопни, моя слезенка. Не слышно. Естественно, на звучании, когда был микрофон, я раз 100 сделала так, не слышно. Ну, после чего Квинихидзе просто взбесился, потому что тогда не было вот этого выравнивания звука, как сейчас. И каждый раз не слышно было не слышно. Кстати, Наталью Андрейченко ожидало еще одно испытание. Работая в очень быстром темпе, многие танцевальные движения приходилось разучивать в том же темпе, что и танцевать. С лету прямо на площадке и за считанные минуты. В результате на одном из дублей актриса подвернула ногу. В некоторых сценах даже видно, что она прихрамывает. Может быть, вы хотите сказать, что и у меня не слишком цветущий вид? Нет, нет, простите, я ничего не хочу сказать. А вот как снималась эта сцена, запомнили все. По семейным обстоятельствам оператор Валентин Пеганов задержался и на съемочную площадку приехал лишь за несколько минут до завершения съемочного дня. А эта съемка была бала, где все народные артисты Скопцева, Филозов, в общем, всех ведущих вот этих актеров. Я приехал и снял за 15 минут буквально вот это. И в конце я просто танцевал как бы, с камерой вместе. И все актеры закончили снимать, они все зааплодировали.
Сказочные персонажи, как известно, бессмертны. А фильм «Мэри Поппинс. До свидания» — это прежде всего фильм-сказка. Возможно, поэтому картина с годами не стареет. А быть может, Мэри Поппинс до сих пор смотрит, потому что очень хочется верить. Он придет, он будет добрый, ласковый, этот ветер перемен.